Всем привет! Сегодня делаем упражнение 2, 4, 11. Давайте приступим. Для этого закрепляю задание и делаю немного побольше, чтобы можно было читать. Смотрим. В первой части мы будем настраивать SPF Default Settings. Давайте приступим. Для этого открываем R1 и сделаем все точно так же, как в примере. Ctrl-Shift-6, если вы ошиблись командой. И начался транслейтинг. Enable. Conf-t. Готово. Теперь int g s. Ой, int s 0.0.0. Готово. IP OSPF. Hello interval. И указываем 15. Так, как указано в примере. И также IP OSPF. Далее указываем Dead interval и 60. Готово. Окей. Здесь у нас указано, что дальше у нас OSPF connection с R2 может разорваться. Это все окей. Смотрим дальше. Открываем PC1 и вводим команду trace route. Вот PC1. Командная строка, paste, trace, route. У нас будет вот такой вот, трассировки. Да. Окей. На устройстве R1, на serial 000, нужно настроить пропускную способность 64 кб за секунду. Давайте это сделаем. У нас будет команда bandwidth 64. Открываем R1. Bandwidth и 64. Готово. Дальше нам нужно опять-таки показать трассировку с компьютера PC1. Окей. У нас трассировка совпадает с примером. Все окей. Что нам нужно сделать еще? Давайте нажмем кнопочку Check Results. И нам нужно настроить R2. Также настроить для него Dead Interval и Hello Interval. Да. Давайте это сделаем. Открываем R2. Enable. Далее, что у нас было? Conf-t. Далее указываем IP, OSPF. Секунду. Нам нужно указать интерфейс. Бывает int. У нас интерфейс serial 000. IP OSPF. Hello interval. И также 15. Готово. И IP OSPF dead interval. Также 60, как и на R1. Таким образом, мы настроили интервалы SPF на наших устройствах и также пропускных способностей на устройстве R1. А думаю, на этом все. Всем пока!